Добрый день. Современному человеку, вооруженному телевизором, интернетом и страничкой криминальной хроники в газетах, всегда найдется чему бояться. Со всех сторон подступают террористы, коварные рельсы так норовят обрушиться под колесами вагончика американских горок, незадачливых купальщиков ловят за пятую точку и перемалывают в фарш беспощадные челюсти акул, а где-то на далеких африканских горизонтах уже готовят огнеметы и таблички с устрашающей надписью «Эбола», «Карантин», «Мрачные люди в костюмах биологической защиты». Впрочем, как показывает статистика, куда более страшные опасности подстерегают нас намного ближе, чем мы думаем. Сегодня я подготовил для вас пятерку самых обыденных и привычных вещей, которые убивают людей намного чаще и качественнее, чем популярные и распиаренные пугалки. Например, уютная кроватка прикончит вас с большей вероятностью, чем американские горки. Еще задолго до выхода того самого замечательного пункта назначения 3, многие родители упорно боялись отпускать своих ненаглядных отпрысков на всевозможные аттракционы, качельки, карусельки и американские горки, аргументируя это тем, что «не ходи, там каждый год куча людей насмерть расшибается». Впрочем, как показывает статистика, эти коварные аттракционы с незакрученными гайками и пьяными операторами в среднем убивают в США около 4 человек в год. Причем, по все той же статистике, одна смерть из этой незадачливой четверки приходится на работника парка, две смерти на идиотов, которые полезли на карусель вопреки рекомендациям врача и скончались от болезни сердца, и лишь одна смерть в год приходится на несчастные случаи с участием посетителей из-за неисправности механизмов. В итоге получается не так уж и много. Чего не скажешь о статистике несовместимых с жизнью травм после падения с кровати, от которых ежегодно отправляется на тот свет примерно 450 американцев. Вот еще, домашние коровы убивают намного чаще, чем медведи. Дикие медведи, которые нападают на ничего не подозревающих туристов, распевающих веселые песни у костра, разрывая их на маленькие-маленькие кусочки, это еще одна популярная страшилка, на которую ведутся многие взрослые и здравомыслящие люди. Однако, правда заключается в том, что за последние 110 лет дикие медведи убили на территории США и Канады всего 63 человека, в отличие от домашних коров и быков, которые в среднем насаживают на рога по 22 американских фермера в год. Немножко занимательной математики, и мы приходим к выводу, что вероятность умереть под копытами коровы практически в 4 раза выше, чем в когтях злобного мишки. Уроки физкультуры уносят больше жизней, чем террористы. Уж кого-кого, а террористов сегодня действительно боятся поголовно все. Но так ли высок риск наткнуться в метро на молчаливую девушку в хиджабе и с поясом шахида? Все та же статистика утверждает, что уроки физкультуры в США убивают намного больше юных американцев, чем террористические атаки. В частности, около 50 молодых спортсменов ежегодно умирают в США от травм, теплового удара, обезвоживания или внезапной остановки сердца прямо на школьном поле, в то время как на совести у террористов только 9 американцев в 2009 году, 10 в 2010, 17 в 2011, 10 в 2012 и 16 в 2013 году. Пищевое отравление – более плодовитый убийца, чем угарный газ. Многие жители частных домов, которые зимой растапливают печку или газовый обогреватель, панически боятся этого бесшумного невидимого убийцу с химической формулой СО. Но давайте посмотрим на статистику последних достижений того самого угарного газа. В среднем от отравления угарным газом в США ежегодно погибают около 430 человек, включая самоубийство, что практически в 7 раз меньше, чем смертность от пищевого отравления – 3000 американцев в год. Какой вывод мы можем сделать из этого? Нет, следить за обогревателем все-таки стоит, но при этом намного больше шансов умереть, сожрав испорченную банку консервов,
потому что жалко ее выкинуть. Ну и вот еще одно. Вас скорее убьет почерк вашего врача, чем лихорадка Эбола. Странно звучит, да? Но если посмотреть на ту шумиху и панику, которую развела пресса, заслышав о лихорадке Эбола или Эбола, как правильно, я не совсем точно знаю, складывается впечатление, что ВИЧ и туберкулез нервно курят в сторонке, и человечеству наконец-то придется побороться за свое выживание с действительно жуткой эпидемией. Но что мы имеем на самом деле? В 2014 году Эболу обнаружили у 4 американцев, из которых один скончался, а 3 успешно выздоровели и встали на ноги. Страшно? Не то слово. А теперь о смешном. Тот самый корявый врачебный почерк, который так любят авторы всевозможных анекдотов, ежегодно убивает по 7000 взрослых американцев, которые из-за неразборчиво написанных рекомендаций и непонятных аббревиатур принимают неправильные лекарства или правильные, но в неправильной дозировке. Вот такие дела. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.